И снова здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Леонардо, и мы продолжаем проходить черепашек-ниндзя. Начинаем мы 12 уровень, немного со странным названием, называется «Укуси меня». Поехали. А я думал, что мы пришли к соглашению. Так и есть. Серьезно? Тогда объясни мне, что произошло прошлым вечером. Разделиться — это была идея Дона. В городе еще могли бродить и другие монстры. Нам нужно было найти всех. По-моему, логически верно было бы разделиться, так, чтобы каждый осмотрел свою территорию. Это было командное решение, и поэтому я не могу понять, Раф, зачем ты надел костюм ночного стража? Я был один, а когда ты один, лучше выглядеть как ночной страж. Так надежно. Да. Играем за ночного стража. Когда я ночной страж, никто меня не остановит. Винтерсу пора приготовиться ко встрече. Как же я не люблю уровни с ним. Ну, только потому, что бои неудобные, знаете. Драться неудобно. У Рафа оружие такое, вот, знаете, и Джонни! Неуправляемое. Сайет, конечно, круто, но очень неудобно. Подождите, чешется. Взять его! Бродов чешется. О, ну и ну. Здрасте. Что это у нас? Городской сбор неудачников? Да блин, вот только бой начался, и я уже продуваю, видите? Отлично! Ой, кстати, а вот этот прием на них действует? Да, действует, смотрите-ка. Так. Отлично! Ну-ка. Да блин. Вот одного убили. О, господи. Отлично. Так, спокойно. Я еще раз попробую это сделать. Кто они вообще такие? Они не футы. Время забав прошло. А у меня, блин, у меня только-только вот эта вот шкала начала заполняться. Эти идиоты не могут равняться со мной. Так, а теперь посмотрим, кто будет следующим. Отлично. Так, о, город. Вот и Джонни. Тут же открытая канализация, как бы, да? Ну еще. Вам, глупцам, никогда не понять. С ночным стражем теперь меня здесь я правлю бал. Раздражает тем, что пора тут очень много боев. Я иногда от них устаю, как бы, знаете. Зачем я это делаю? Подождите. Капец. Блин, почему-то так трудно развернуться, а, во время боя. Как развернешься, тебя уже убить успеют. Отлично! Бу-ха-ха, бру-ча-ча. Капец. Вот говорю же. Ну. Вот и Джонни! А, чего так окружает у него? У остальных, знаете, черепашек, отлично, у них такое оружие. Если тебя окружают, то можно как бы одновременно что и остальных они собираются бить делать? То есть по кругу, как бы, знаете? Отлично! А вот у Рафа, ну, такое оружие, погоди, что... я здесь! Может только на одного нападать и окружать. О, даже надо же, погоню можно сталкивать. Отлично! Капец. Блин, зачем я это включил? Ну ладно, если их в огонь вот подталкивать, то они уже умирают. Главное, самому в огонь потом не упасть.
Не понял, а почему он не умирает? А. Видимо, я ошибся. Или что-то они слишком слабые стали. Вот и Джонни! Непонятно, что из них. Я могу сказать? Правильное. Я крут! В лаву падать мне некогда. О, он даже смог. И не умер. Ну, вот теперь отлично. Лава? А откуда здесь лава? По-моему, это расплавленная сталь. Я знаю, что это глупо звучит, но все же. Блин, а куда мне? Не может быть! Капец. Зато здоровье у меня теперь полное. Я что, куда-то не туда пошел? Отлично! А чё, куда? Господи боже. Почему я такой слепошарый? Так, подождите, я хочу вот так делать. Отлично! Вот так вот, прям на лету, знаете. Кстати, вот в предыдущей серии меня немного удивило вот эта вот схватка со Шреддером. В мультфильме они прям еле Отлично. Как выжили после того, как сразились с ним. А здесь прям так легко, да, знаете, по-моему, было легче. Шреддер был легким врагом, даже слабее, по-моему, тех монстров, с теми двумя монстрами, перед которыми мы сражались. Заметьте, у Шреддера не было даже той шкалы жизни. Он был как обычный враг, как футы или как те бандиты. Не, серьезно, те два мутанта, с которыми мы раньше сражались перед тем боем со Шреддером, они были легче. Ой, легче, то есть сильнее, чем Шреддер, так скажем. Ну, более сложные враги, так скажем. А, так. Да. Схватка была немного странной. В мультфильме. О, футы. Я постараюсь этот бой хотя бы на ниндзя пройти. О, лучник. Так, мне его надо вырубить. Вот, отлично. Вот и Джонни! Ой, новый лучник пришел. Отлично! Так, спокойно. Блин, попал все-таки, зараза. Ну! Он говорит же, пока развернешься в бою, успел уже успеть грохнуть. А если тебя грохнут, это не очень приятно. Так, куда? А, сюда. Все, понял. О, пожар. Сейчас людей спасать будем, да? Вход заблокирован. Мы не можем попасть в здание. А кто это говорит? Слушайте, напомнил этот момент, не знаете, что напоминает? Капец. Напомнил этот... Silent Hill Origins, изнутри, который... И когда металлические опоры расплавятся, все рухнет. Этот... для PSP игра такая. Там начало было такое, знаете, главный герой попадает в горящее здание и спасает оттуда кого-то. Какую-то девочку и ребенка, короче. Ой, блин, лев напугал меня. Так, ой, сейчас бой будет, да? Или нет? Нет, скорее всего, нет. Отлично! Так. Здоровье я, конечно, потратил конкретно. Вот бой! И Джонни! Я мог бы догадаться. Если что-то горит, значит поблизости футы. Отлично! Так, сейчас лучник появится стопудово. Капец, я думал, хотя бы один бой смогу пройти на ниндзя с ночным стражем. Но нет, меня обязательно должны были ударить.
сколько их тут. Блин, лучник, лучник, лучник. Лучник. О, отлично. Хотя, начинать с лучника, по-моему, бесполезно, потому что на его место потом еще один лучник приходит. Вот и Джонни! Вот говорю же. Пу-ха-ха, бру-ча-ча! Отлично! Ай! Блин, попал все равно. Так. Ну понял, вот с футами вот этот прием полезен, только если тебя окружают. Попался! Отлично! Вот и Джонни! Не. Даже если тебя окружают, это бесполезный прием. Все, достали меня уже. Отлично! Блин, не успел. Думал, хотя бы одного замочу так. В таком состоянии. Да хватит свистеть. Вот этого свистуна надо убить, да? Вот и Джонни! Капец, меня опять ударили. Думаю, придется действовать одному. Одному? Нет, одному это не вариант. Надо всеми вместе, братьями. Братья, если захотят, то есть если не захотят, если попросишь, то они помогут, спасут. Дадут руку помощи. Что было? Куда это ведет? Геймпад так странно завибрировал. Это немного странно было. Было такое ощущение, будто на меня сейчас нападут. Отлично! Я не понимаю, я сейчас кого-то преследую или... Слушайте, по-моему... Сейчас будет схватка с каким-то мутантом. Блин! Видишь, что ты вынуждаешь меня делать? Капец. Я думал, там тоже крыша, ну, часть крыши. Ну, блин, могли бы хотя бы камеру так поставить, чтобы я видел, что там внизу. Не может быть! Твою мать. Вот игра как бы классная, но... Блин, тут так много всяких неудобств. Отлично! Так, куда мне надо... Землетрясение, что ли? Так, стоп. Чуть напарник напрался. Знаете, как лично. Странно звучит черепашка-ниндзя, умираете за пара. А, капец. Так. Кстати, куда я иду вообще? Не понимаю. В предыдущих уровнях все понятно, я преследовал кого-то. В фургоне. Вот и Джонни! Это пора понятно. Приветить фонарик к шлему. В этом дыму ничего не видно. Да блин. Чешется ухо. Твою. Ладно. Бу-ха-ха, фру-ча-ча! Откуда у меня пол... А, я же умер. Вот и Джонни! Думаю, откуда у меня здоровье полное. Так, закусочное питье. Я знал, что это ваше тут дело, недоумки. Блин, нет, монетку я не соберу. Отлично! Так, это лучник? Что-то видно не было. Так, этот бой я хотя бы пройду на ниндзя. Вот и Джонни! По крайней мере, надеюсь на это. Так, ну, нет, не бить меня. Отлично! Мне интересно, в эту игру можно как бы в кооперативе играть, то есть с напарником, с другом в сети. Интересно, так можно? Пусть спит, пока я вот этого убиваю.
Почему я не могу его ударить? Отлично! Ты тоже спи. Окей, вот того убиваю. Блин, зачем я это делал? Я же его так теперь тут не могу ударить. Там стена невидимая. Отлично! Отлично! Так, это по-быстрому вот так вот сделать. Пока все не проснулись. Так, чтоб не бить меня. Отлично! Так, ну слава богу, тут лучников нету. Надо вот так вот вырубить и вот это вот так, потом вот этого вот так. Ой, еще шикарно вообще. Капец. Я не успеваю вот так делать. А что я хотел делать? Вот так я хотел сделать. Так, я их всех убиваю и все, бой завершен. Ну да. На этот раз я с вами разберусь. Думаю, она да. Уже снаружи. И на этот раз я разобрался с ними как надо. Таких огромных тараканов я еще не видел. Нет, блин, не надо. Ну, какого хрена? Покрути меня, Боза. Отлично. Че, это лучник сейчас был, да? Или звездомет? Блин, это вот... Вот этот вот прием с схватки со Шреддером был бы полезен очень. Тут взрываешься и убиваешь всех окружающих. Клоуны, поупражняйтесь в беге! Все? Уровень закончен? Да ладно. Все на А. По-моему, я все монетки собрал. Отлично. Здорово. Продолжаем. Тем временем я узнавал, как идут дела у ребят. Я поговорил с Миком и Доном, но вот Раф куда-то запропастился. Потому что в тот момент он был кем-то другим. Но мы об этом не знали. Я решил поискать Рафаэля в Чайна-тауне, так как он любил бывать там. В итоге ты оказался прав. Что мне нравится в этом месте, всегда есть кому надрать задницу. Имеешь в виду Фута? Ну что ж, это сработало. Я не знал, что его уже не было там, и что он не вернулся в коллектор. И теперь я понятия не имел, где искать Рафа. Да, блин. Мы одни, как всегда. Ну, Леонардо, хотя бы у него оружие нормальное. Более-менее. Да. Стоп, по-моему, там где-то была монетка. Нет, я ошибся. Да! То утро меня не покидало какое-то странное ощущение. Ой, слушайте, сейчас мы, по-моему, встретимся с Карай. Раф, где ты? Он где-то рядом, я чую. Только в костюме ночного стража. Да! Монетка, монетка! Простите, блин, меня, братья! Я умер из-за монетки. О! Прикол. Я умер прямо там, где активировалась контрольная точка. Да! Стоп, а куда мне? Я, конечно, извиняюсь, а куда мне? О! Ну, я все, нашел. Да блин! Лучше не торопиться, это я понимаю. Да. Так. Ну. В бой, да? А, нет. Просто ветер сильный. Слушай, а если вот так вот по стенам бегать, то ветер как бы
не срабатывает. Да. Ох, блин, думал, сейчас упаду. Что это такое, кстати? Вот это вот. А, обычная текстура, да? Так. Ай. Ай. Тихо. Да. Можно легко вниз провалиться. Что-то как-то заброшенная стройка, что ли? Я не понимаю. О, нет. Блин. О, слушайте, сейчас, по-моему, будем с каким-то мутантом драться. Я прям чувствую это. Блин. Капец. Да. Только сейчас вспомнил. И, по-моему, он, тот мутант, умеет бить током. Нос чешется очень не вовремя. Так, 3 минуты прошло. Сначала уровня, а мы так и никого не убили. Да. А, блин, а куда мне? А, вот куда. Блин, пока так бежать будешь, голова закружится, реально. Ой. Ой, ну хотя бы. А с кем? А. Просто свистуна убить надо. Капец, меня ударили. Как так? Леонардо ударили. Кстати, в этом предложении есть 2 смысла. Леонардо ударили, то есть и меня, и черепашку. Да. Отлично, они на ниндзя. Помогите! Как? Леонардо же ниндзя. Что-то случилось. Капец. Да как так-то, а? Я за вот эти вот балки пытаюсь зацепиться. Ой! Блин, что-то испугался. Блин, вот... Камера тут, конечно, подводит. Прости конкретно, меня, мать твою. Я подвел вас, сенсей. Твою мать. Простите меня, братья. Да твою мать, что ж такое-то? Я подвел вас, сенсей. Вот. Простите меня, братья. Твою мать. Он еще назад прыгнул. Офигеть. Что я делаю не так, а? Во, наконец-то, блин. Да. О, ну тут хотя бы не умер. О, о, ночной страж. Я ожидал увидеть тебя здесь. Не знал, что это крики футов. Сдавайся, ночной страж. Твоя криминальная карьера окончена. Ты сражаешься с бандитами, спасаешь людей, а в благодарность твой родной брат называет тебя криминальным элементом. Ха! Хочешь мне сказать еще что-нибудь? Раф? А что такое? Расстроен? Надо же! Ну покажи, насколько ты умен. Раф, подожди! Блин, я подумал, что сейчас будем драться с ним. Подождите. Ночной страж, дайте автограф.
такой быстрый. Кстати, если вот так буду бежать... Нет, вернись его... назад! Так, иди к черту! Я его так нифига не догоню. Да! Нечестно, я так не умею. Ю-ху! Ну ладно. Хрен с этим. Капец. Да. На! Ю-ху! Да. А ты куда дальше? А, вот сюда. Где же он? Там. Держите! Я сейчас врежу дерево, да. Там была монетка, я ее... А, вот где она была. Я даже не рассердился, но был в шоке. Не знаю, зачем он делал это. Ну как зачем? Спасать мир. Спасать людей. Блин, мне же не придется потом с ним драться, да? Надеюсь, что нет, потому что драка двух родных братьев, это, кстати, по-моему, повторяется... Ты бегаешь быстро, но не быстрее самого... меня. Он думает, что сможет оторваться. Если... Не выйдет. Подождите. По-моему, если они подерутся, то... Перестань, Раф! Скоро утро! Повторится... Нас могут увидеть! Я же сказал тебе, убирайся! История Сплинтера и Шреддера. То есть... Да, Шреддер и Сплинтер, они раньше были как братья, а сейчас уже он готов убить друг друга. Я решил, что смогу догнать его, если срежу угол через дом, но не успел. За них, да? Везде были футы. Это должно было меня насторожить, но я думал только о Рафе. Блин. Они меня задерживают. Почему они с ним не дерутся? Да. А со мной? Это выглядит болезненно. Что за закон подлости? Он все бежал и бежал за мной. Я начал уставать. Вот ниндзя. И потерял его из виду. И хотя дальнейшее преследование стало бесполезным... Но? Я не терял надежды и продолжал двигаться. Так, я же его догоню скоро. А, вон он. Блин, куда? Лео! Внутрь... Лео! Ой, черт. Мы затолкали его в грузовик. Держись, брат, я иду за тобой. Вот сейчас уже начинаются, знаете, такие... Отлично! Братские... Ну, даже не знаю, как сказать. Ну, короче, братская любовь берет вверх, так скажем. Ай! Рафаэль, он из всей, так сказать, из его клана, он в мультфильме и в комиксах, по-моему, обсуждалось то, что он как бы не рискует, то есть не боится рисковать своей жизнью, но никогда бы не рискнул жизнью своих братьев. То, что в нем не то, что такая злоба, в нем есть такая благородность, так скажем, есть. Вот этого свистуна убить надо, он меня бесит. Ну. Лучник, лучник, лучник. Отлично. Так. Бу-ха-ха, бру-ча-ча. Вот и вот Джонни. Это. Один убитый ниндзя и все. Отлично! Так. Где еще? Вот еще. Ну! Ну, надеюсь, это эти двое последние. А, нет, нифига. Вот и Джонни! Ой, ну! Вот бы всегда так с одного удара убивать их. Так.
Не понимаю, откуда футы взялись и почему Леонардо не смог победить. Хотя когда мы за него играли, мы прям как орешки щелкали. Бу-ха-ха, непонятно. Бру-ча-ча. Что за бру-ча-ча? Что за... Подождите. Что за бру-ха-ха? Что за бру-ча-ча? Непонятно. Так. Непонятно, вот стена вроде бы бетонная, цементная. Черт возьми, это все из-за меня! Если бы я не начал работать в одиночку, прости, Лео, я спасу тебя, обещаю! А это... Сай у него не затупятся? Уже какой раз я это повторяю? Подружи, семейная любовь берет вверх. Ой! Блин! Видишь, что ты вынуждаешь меня делать? Надо взять на заметку, вот эти вот доски ломаются. Отлично! Так, надо поторапливаться, а то мало ли куда они его увезут. Да я вообще бегу. Не понимаю. Отлично! Что отлично, нашего брата похитили. Костюм только мешает бежать, но не важно. Кажется, я знаю, куда едет этот грузовик. Да и куда? Готов! Блин. Там вроде бы не так высоко было. Стоп, куда я бегу? Этот костюм только мешает бежать. Но не важно. Кажется, я знаю, куда едет этот грузовик. Вот и Джонни! О, блин. Казалось, что я упаду сейчас. О, сейчас будет в бой. Да? А, нам нет. Нужен только один из вас. Так что не рассчитывай прожить долго. Привет, Карай. Ай. Это же Карай? Блин. Ай, я люблю черепашье мясо. А ты его не получишь. Как бы ты ни старалась. Блин. Как так-то? А, я понял, как от нее уворачиваться. Отлично! Ай-я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 й. Я не справлюсь с ней один! Нет! Мик! Дон! Сплинтер! Лео! Лео! Сейчас появится Микеланджело и Донателло, да? Раб, держись! Мы идем за тобой! Ну да. Что вы делаете? Простите, парни. Я доставил столько проблем. Позже, братишка. Сейчас нам нужно надрать задницу этому монстру. О, отлично. Я а она прямо займусь. В двух метрах от меня. Ай! Да, сколько еще сможете выдержать? Сколько надо? Понятно? Ой-ой-ой-ой, что это такое? Рептилии! Пришел. Ай! Блин. Не надейся, гадина! Вот оно! Подожди ее атаки, и мы ударим вместе, когда она не будет этого ожидать! Ну да. Блин. Сейчас я коня двину. Выдохни! Лучше, рептилии, пришел ваш час. И не надейся, гадина! Мик, вот оно! Подожди ее атаки, и мы ударим вместе, когда она не будет этого ожидать. Эй, а, она мне не позволяет это сделать, да? Вот это когда... А, зажимаешь, короче. Капец. Черт. Ай. Эй. Ну ладно, братский узор. А, я не могу это делать, да? Капец. Невероятно! О, отлично. Мы еще встретимся, глупцы. Блин. Спасибо.
Я уже думал, мне крышка. Не получилось прям тогда, когда для этого и нужны братья. Слушай, что это с костюмчиком? О, миссия выполнена. Блин, что-то это карай, я стал совершенно сложным врагом оказалось. Да, я не все монетки собрал, где-то я пропустил одну. Кстати, братских, вот эта шкала братских, ну, не будем говорить, братских семейных узов, семейных уз, так скажем, что-то нету, хотя эти семейные узы появились только в конце уровня, ну да ладно, неважно. И, ну что ж, ребята, пора заканчивать, я надеюсь, вам все понравилось, если это так, делайте то, что нужно, и на этом у меня все, всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Леонардо, до скорой встречи и помните, веселье только начинается.